сбрасывание Рижани. И Нац бежит в контратаку. Опасно. Дважды выручает Эриксон. Дважды, потому добивание вообще очень опасное. Но и первый бросок там Нац промчался, выстрелил. Шайба задела защитника. Не так просто было вратарю. Бросает из-под защитника. Шайба задела клюшку игрока обороны. И там еще на всех парах Еглич добивает. И снова Эриксон реагирует. Ногой отражает повторный бросок. Скворцов и на ходу не принял решения никакого. И потом уже затормозив, чего в принципе не надо было делать. Тоже, в общем, сыграл потом не лучшим образом. Довольно быстрый гол. Давайте вот здесь посмотрим момент. Во-первых, тут Эриксон спасает, а здесь просто течет по шайбе, не попадает. Хотя не факт, что смог бы поразить ворот с такого острого угла. Ну, а вот бросок Бартовича, конечно, Эриксон отбил великолепно. Защитника там в атаке, но вот Новак успел вернуться. Рижани опять проводит хороший выпад. И был здесь бросок опасный. И еще, может быть, сейвы на пятачок. В коньки, получается, отдал Велилейну. Но вот это гол, пожалуй, что уже вратарский. Хотя, опять же, позиция почти убойная была. Но входит в зону. Разворачивается. Передача Кашпору. И вот бросок. И что, между ног пропускает Эриксон.